Приветствую вас на канале Банковский. Сегодня у нас тема открыть счет для ИП за 0 рублей навсегда при регистрации в Тинькофф банке. Еще несколько лет назад это казалось вообще невероятным чем-то, сейчас это абсолютно нормальное явление. Банк предлагает бесплатно открыть ИП, до 1 миллиона рублей бесплатный вывод наличной карты, бизнес-карта МИР с бесплатным обслуживанием предлагается и до 500 тысяч рублей на сервисы для рекламы и поиска сотрудников. Очень интересное предложение само по себе. И здесь тариф, более подробно называется тариф простой за 0 рублей. Что вы получаете в рамках этого тарифа? В данном случае бесплатное обслуживание навсегда, если вы с одного тарифа на другой не переходите, вы всегда получаете бесплатное обслуживание. Перевод физическим лицам 1,5% плюс 99 рублей до 400 тысяч рублей. Бесплатный перевод на собственные карты Тинькофф для ИП до 400 тысяч. Снятие наличных 1,5% плюс 99 рублей. Пополнение в банкоматах Тинькофф 0,15% минимум 99 рублей. Платежи контрагентам в другие банки 49 рублей за платеж. В Тинькофф бесплатно, да. И выпуск пластиковой или виртуальной карты. Одна карта бесплатно, далее 490 рублей за каждую последующую открытую карту. В общем-то, партнеров у Тинькофф достаточно много, которые могут быть интересны предпринимателям. Здесь и ВК, и ХХРУ, и Контур Эльба, например, и Алиэкспресс. Кстати, Алиэкспресс очень предлагает хорошие условия, можно отдельно посмотреть. В принципе, тут как бы кнопочку нажимаем «Посмотреть предложение», и эти самые предложения можно более подробно изучить. В принципе, тут ничего особенного делать не надо для того, чтобы открыть ИП. Нажимаем кнопку «Открыть», переходим к форме, заполняем данные, тут всего лишь телефон, фамилия, имя, отчество. И дальше уже вы переходите к онлайн заполнению заявки после проверки телефона. Да, это специально для того, чтобы боты не атаковали сайт. И после того, как вы оставите онлайн заявку, система вас примет в обработку. После этого курьер привезет документы на подпись, и вы уже можете пользоваться счетом. В принципе, налоговая подтверждает регистрацию ИП в течение 3-5 дней после отправки документов. Так что проблем здесь не будет никаких. Если еще дополнительные вопросы какие-то возникают, вы можете позвонить по телефону 8 800 555 6020, да, бота попросить связать вас с оператором, и оператор вас проконсультирует. Скорее всего, переключит на, соответственно, сотрудника, который с ИП работает, и на все ваши там каверзные вопросы он ответит. Также вы можете задать вопросы нам в комментариях, да, под данным видео, мы с удовольствием ответим. Ссылочка на страницу оформления счета для ИП находится в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.